Вот так торжественно и ярко дошколята празднуют свой первый в жизни выпуск. К этому празднику юные непоседы готовились не один день, репетировали танцы, песни, шили костюмы и разучивали стихи. Силы, радости, терпения, души вам желаю. Детский сад процветает, сводится, пускачет. Посмотрите вам начинание фантастическое. Для 26 детей дошкольная пора уже позади. Любимое место они покидать не хотят. Хотя сначала, как признается 6-летняя Амина, пойти в садик ее долго уговаривала мама. Сначала я не хотела сюда ходить, но теперь выходить не хочу. Прощаться с садиком тяжело. А по садику скучать будешь? Да. Как кормили нас, как мы играли, как мы на улице бегали. Мне все нравилось. Выпуск проходит шумно и весело. Грациозный вальс тут сменяется зажигательными танцами в нарядных костюмах. Затем звучат песни на английском языке. Запечатлеть один из ярких и значимых моментов в жизни своих детей спешат и родители. Артистизма и таланта будущим ученикам не занимать, как и прекрасной дошкольной подготовки. По словам родительницы Зухры Гамбердовой, мамы Амины, садик постарался создать все условия для творческого, интеллектуального и спортивного развития детей. Здесь гимнастика, дзюдо, плавание, бассейн. То есть нас, как родители, именно это всегда подкупает. С ними занимаются всесторонне, не только прописи, да, уже подготовительная у них группа была. Они занимались арабским языком, английским, русским, учили стихи. Здесь общее развитие ребенка, поэтому я даже не отдавала ребенка в подготовительный класс, потому что здесь полностью эта группа делала все, что возможно вот с этими детьми. Для развития фантазии и смекалки ребенка особую роль играет и интерьер заведения. Волшебную сказку тут погружаются прямо во дворе. Живописный уголок с фонтаном, детской площадкой с зеленью радует глаз любого. Прямо с порога садика детишек встречают любимые герои сказок и мультиков на стенах и пролетах лестниц. Есть тут и отдельный космический уголок для будущих любителей звездного неба. Воплотить мир чудес в реальность усилиями педагогов и родителей постаралась заведующая Фатима Ахильгова. Каждый выпуск для нее по-своему особенный. У меня вот этот выпуск 7-й, и я бы хотела сказать, может, это звучит как-то и не так, но это мой родной выпуск. Он для меня очень значим. Я люблю своих детей. Я очень сильно сегодня волнуюсь. Я не знаю, как их отпустить. У меня такое чувство, что вот половина меня уходит куда-то. Дети у нас замечательные. Еще бы хотела бы таких всегда детей замечательных. Дети вообще, что талантливые. Мы вложили в них все, что могли, от души все вложили. Подготовили их к школу, как могли. И пусть для воспитанников настала пора прощаться с самым беззаботным временем в их жизни, впереди уверены воспитатели и руководство. Их ждут яркие, не менее насыщенные и интересные школьные будни. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.